А они где? Не сказали? Да, ну и туманище такое. Я уже весь мокрый. Вроде бы и не вспотел. Семь от дома. А у меня нормально видно фонарик? Сзади? Да, нормально. Сейчас посмотрю, у меня сколько. Одиннадцать и девять. Лучше пусть таким будет. Так? Да. Фу, блин. А чё, куда можно поехать? А как насчет того, если по грунтовке той, где трасса кончается, кругаля дать? Да там Антоха, он не вывезет. А на кампус будем заезжать? Можно на кампус заехать. На канал съездить, можно на кампус съездить, можно под мост съездить. Чтобы далеко не отъезжать. Ну да, я думаю, достаточно. И обратно еще 20. 50-60. А вон он и Саня. Туман. Прикипел. Все равно, что морось. Я себе сидушку поставил, короче. Пластмассовую. В курсе такая? Нет. Ну, просто в дырочку пластмассовую. А, ну вообще без. И? Ладя, что там затестил. По 60. Стегнулось. Ну, не стегнулось, куда-то ехать. Че, сильно промок? Да, точно отстегнулся. Ага. О, вон он здесь. Как девственник. Куртку одену. Не взял. Особенно все яйца мокрые. Зато вот так. Ты мокрая. Едешь на середине моста уже. Видимость минус один метр. Чисто все в капельках. Да этот минус один метр. Я уже эту видимость уже застал прямо уже в начале моста. Я наехал, у меня с руля капелька. А так я еду, вон дождь, у меня все ноги. Я еще такой еду, что-то это, холодно, такой руку, прям все, нога сразу мокрая. Я просто после этого, после моста, думаю, на кольце, наверное, стоит. А это же выезжай, нету. Вылетаю прям так на скорость, никого нет, надо бы это. Тут поворачивайся прям перед лужей, я думал на кольце. Ну да, 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 я говорю, сейчас покажу. Она не делает. Палинка запахнет машина. А где, нет. Че, какие предложения? Мне деться. Предложения. Я уже предлагал там, где, ну, после того, как трасса закончится, ехать. Кругаля. Мне надо на боярину. Я тебе боярину засуну. Ну там кругаля можно по грунтовке. Да, я знаю, я ездил, я знаю, как там ехать, да. Че, поедем, нет? Да, 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 да. Там 20 км. Я на форике при 80 3 часа ехал. А это потому что ты на форике. Угу. Мы с чуваком от конца асфальта до боярина час, наверное, мотались. На велике там хорошо идешь. Все форики лежат на дне, буксуют, а ты прешь. По втулке. Да не, надо. Ну можно, я говорю, на канал по асфальту. Можно в кампус заехать. Что там делать? Звезду вырухнул на канал по асфальту. Потом ухил перед, ты не выйдешь. Да ладно. Да хорош сказки рассказывать. Подгонял.
У меня вообще, в конце моста видимость 20. Что это? Мы можем было куда-нибудь тут на гору русскую заехать. А еще обратно ехать. Морося вот ему. Ветер в спину, простынул. Ветер в таре. Ну а тем, кто едет на Кавказ, тому солнце светит в глаз. Ну а едет кто в Европу, тому солнце светит... Нет, тоже в глаз. Возьми, говорит, полотенчик. Да, полотенчик. Да, футболка вместо полотенчика. Вода, воздух. Одна минута, два часа доехали. Один литр. До сюда? Да, где-то около 8 выехали. 1:48. Да ну. Короче, а, час и 3/4, грубо говоря. Я, грубо говоря, 8 выехали. Это я 1:48. Я 1:08. Но я не отключал, а так. Часа полтора, пока останавливаюсь. Полчаса, короче, мы ехали с этого. Театровый. Че, педали? Да мы только, ну, в смысле, завел нас, Сусанин. Иван Сусанин, вы что, поляки, что ли? Качу в камеру. Да чё? Темно, как у негров. Отойди, отойди. А давай своими фонарями туда посветим. А смысл? И сфотаемся на их фоне. Джексон, тебя не видно, хоть фонарик включай. Что не видно? А что я на свет снимаю? Сюда вставай. Да и вот так вот. О! Еще лучше. Вообще супер. Нифига не видно. Джексон, выруби свою фару. История просто. Шишка так встала, сейчас стены ебать будут. Тут гранит, если что. Понятно. Значит, зеленого слоника ты не смотрел. Нет. Отойди. Вот по
Тут сама интрига, что тут подсветка идет снизу. Если бы еще голых тетенек на их фоне заснять. Вот было бы вообще Он там где-то есть. Да. Кому-то повезло больше, чем нам. А че мы давайте как эти? Ворвемся на велосипедах. Здрасте. Здравствуйте. Эти. Шатерчики такие беспонтовые делаются. На задних. На шатер. Да-да-да. Вот здесь вот снизу они дырку, короче, проковыряли в сумке. И вот здесь вот просто до мяса. Не, у меня очень краска лежала 4 года, короче. Вот они, под покровом ночи отдыхают наши велики. Ну, вот здесь вот протирается. Я думал, они отклеиваться будут. А им что, он плоско? Их, наверное, отдирать. Замет больше. Давай. Видишь? Саня, ты куда там пробиваешься? Да, Сань, зато как силуэт охуенно твой смотрится вот на фоне этой цветастой зелени. Ты бы видел. Да я видео снимаю. А мой тут как будто бы прячется, вот он. На, меня тоже поснимай. Уже снимает. На фоне зелени? Да, на фоне ядовитой зелени, вот. Вот. А, ну это вообще... Что-то уковылял куда-то. Дальше, дальше. О, маленькая. О! Держи. Последний момент только тебя заметил. А то смотрю, вот туман стал еще плотнее. Ну вот, мы ехали еще, дорога сухая была. Туда. А сейчас прям, блядь. Да с нас вообще еще и вода каплями буквально вот градом стекает. О, вон пацаны подъезжают уже.
чуть не нас. Того, что я не собирал. Ну да, туманище тут уже стал еще плотнее. В городе, наверное, суд. Ну, приедем, узнаем. А вот что-то Антохи все не видать. А у него вообще, кстати, он ехал со включенным светом. Сань. Он со включенным светом ехал. А, у него батарейка садилась. Не знаю, что у него. Ты же вроде ему хотел свою дать, запасную. Ну, я не дал. А. Да, он, наверное, стоит там. Да на мосту запрещено останавливаться. В смысле, и на велике тоже запрещено. А вон он едет, вон он. Я только разогнался. Да одного тебя только ждали. Не, недолго.